По заказу городской администрации в июле в самом центре города подрядная организация проводит реконструкцию и обновление аллеи на улице Ленина. Рабочие поменяли поребрик на проезжей части и на тротуаре, выложили пешеходную часть плиткой, установили ограждение, завезли землю. Осталось посеять траву и подновить скамейки. Центральная часть города у нас в последнее время была, скажем так, не совсем обустроена. Вот. Здесь, как вы все, наверное, знаете, очень много было гуляющих мам с ребятами, с детьми. Вот, молодежь постоянно здесь гуляет. Мы приняли решение обустроить центральную часть города и отремонтировать нашу аллею. Был заключен муниципальный контракт, были проведены конкурсные процедуры, по результатам которых был заключен муниципальный контракт. Контракт выиграла компания, которая находится на территории Сланцевского муниципального района. В рамках этого контракта здесь у нас, как вы видите, положена тротуарная плитка, обустроена, значит, заменены ограждения, также осуществлена планировка этой территории и будет посеян газон. Первая половина аллеи приняла современный вид. Точно такая же процедура будет проделана и во второй части, но только в следующем году. Для нас всех с вами важно, чтобы горожане и гости нашего города ценили и берегли то новое, что было сделано добрыми руками. Мы надеемся, что данная аллея станет излюбленным местом для наших жителей, для жителей города Сланца. Приятным местом отдыха. Единственное, что, конечно же, есть огромная просьба горожан, чтобы это место не превращалось, скажем так, в мусорную свалку. Да? Потому что, как мы все знаем, здесь иногда бывают ночные посиделки, пустые банки из-под пива. Единственное, конечно, нам хотелось бы, чтобы это место как можно дольше оставалось в том первозданном, отремонтированном виде, который оно приобретет спустя уже некоторое время. Вторую половину мы планируем, но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования мы планируем вторую половину аллеи отремонтировать на следующий год. Сделать аналогичное это же. Такая же красивая. Ну, надеемся, что да.